канале sssrgun.ru. У нас на обзоре электрошокер ОСА 1102. Поставляется он в приятном пластиковом кейсе для переноски. В комплекте нас ожидает зарядное устройство от сети 220 вольт и зарядное устройство в прикуриватель. Корпус шокера изготовлен из металла и окрашен в практичный черный цвет. Также имеется защита от попадания влаги. Она обеспечивается специальными резиновыми прокладками. При этом размеры у шокера весьма компактные, так что он отлично подойдет для скрытого ношения. Аккумулятор в данной модели съемный, что является большим преимуществом. Тип аккумулятора здесь 18650. Довольно распространенный элемент питания сейчас. Съемный аккумулятор значительно продлевает срок службы шокера. Как и во многие другие модели электрошокеров, сюда встроен яркий светодиодный фонарик. Фонарик способен непрерывно работать в режиме освещения не менее 2 часов. Выходное напряжение шокера составляет 35 миллионов вольт. Такой разряд без проблем пробивает одежду толщиной до 48 миллиметров. Короткое воздействие вызывает сильную боль в мышцах, ну а длительное способно привести к потере сознания. Плюс ко всему, за счет громкого треска и выделяемого при работе озона, вы без проблем сможете отпугивать, например, диких собак, даже на расстоянии. Такое средство самообороны не представляет серьезной опасности для здоровья, поэтому нанести тяжелый ущерб вы не сможете. Но защитить себя, застать злоумышленника врасплох и обездвижить его – без проблем. Вам также не стоит волноваться о собственной безопасности. В шокер встроен предохранитель, который убережет вас от случайного удара током. Купить эту модель вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к этому видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!